Златоустовские бетонные технологии представляют линию Антей-25 для профессионального производства газобетонных блоков. Производительность линии 25 метров кубических в сутки. В рабочем процессе участвуют 2 человека. Технологический процесс начинается с заливки воды в смеситель. Затем загрузка сухих компонентов. В систему дозирования загружается цемент. В систему дозирования загружается песок. Одновременно идет сборка формы для заливки газобетонной смеси. Поднимается бункер. Смеситель перемещается для дальнейшей загрузки компонентов. Включается смеситель-активатор. Производится загрузка химических реактивов. Загрузка в смеситель-активатор цемента и песка. Готовится алюминиевая суспензия. Параллельно форма промазывается для исключения прилипания массива к бортам. Готовая алюминиевая суспензия заливается в смеситель-активатор. Смеситель перемещается к форме для слива газобетонной смеси. Отключается смеситель-активатор и сливается газобетонная смесь к форме. Подъем массива до необходимой высоты не превышает 15 минут. Размер горбушки 2-3 см. Эта величина оптимальна для срезания и уменьшения отходов. По истечении 2 часов массив набрал располученную прочность и готов к резке. Срезается горбушка. Снимаются борта.
устанавливается шаблон для резки. Шаблон состоит из двух частей Г-образной формы. Производится резка массива на блоке. Массив режется специальной струной для газобетона. Шаблоны расстояния между пазами для реза задают необходимые размеры блоков. Убирается шаблон для ручной резки. Распиленные газоблоки остаются на поддоне на 10-14 часов для набора прочности, позволяющей перенести их на транспортный поддон. Геометрия распиленных газоблоков соответствует ГОСТу. Начните свой бизнес с компанией «Златоустовские бетонные технологии».